вообще. Потому один такий, а другий такий. И ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки своего существования, для сведения обхождения. И когда такой человек, если он вчёный, подымется умом своим за хмары, и там умом своим становится, поднимется еще выше от изюмской телевышки, и когда он студово глянет вниз на людей, там они ж даются ему такие махонькие, все одно як патюки, пардон, як крисы, потому что это же человек. А тот, который он это, он тоже человек, не вчёный, но и. Зачем же? Это ж ведь очень и очень. Да, но нет.